точно попали. Это глубина 2 метра, видишь? Труба вышла прямо точно. Вот это размер. Да нет. Ну, мужики, аж в жизни не видал. Сам строитель, но никогда не видел такого. Техника сейчас на шаг вперед, да, шагает, блядь. Ну, я в 59-м закончил строительную технику, прорабом работал, но у нас тогда не было этого. Да главное, точность какая. Как под Ла-Маншем прошли. Ну, да. Там разошлись где-то сантиметров на 30 или на полметра только. Витёк, наверное, так откручивает. Этот закипел. Сегодня выдержал навигатор. Наверное. Да, да. Кто он звонил-то, Олег, кто? Есть. Нагрелся, что ли? Ну что-то, блядь, греться начал. Это витамин густой, похоже. Сегодня вообще не мешает. Уже работает как. Что, тебе подать эту серьгу? Давай. Что, а тут куда подтянешь? А? Трубу-то? Да. Сюда сейчас сбросим. Сюда что ли? А? Сюда бросим. Да я вот... Провалится на. Ну или может отсюда? Ну вроде стоит пока. Ну она, блядь, не сказуема, она стоит и ухнет. А ты можешь не там поставить ее и сразу тянуть? Нет, ее вот было бы хорошо, но... Ее прям так? А как ты закончишь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13 метров. Это за это время он выкопал. Ну, молодцы. Это глубина 2 метра. Это я вот отсюда покажу. Они меня не только не прогнали, так наградили еще каким-то бушлатом. Теперь думаю, кому отдать. Военный, ненадеванный, шуба прямо в этой горине. Вот еще. Протянь. Выйдешь сам?
на победу, пока здесь на цепи маленько размотаем. Вот как при таинстве присутствуешь. Вот мне какая честь выпала, что останется, трубы хранить на дворе будут всю ночь. Тут осталось сколько их? Четверо. Там ушел один, кажется, пятый. Было, кажется, восемь. У меня, конечно, не считать. Такие кущи вот навалилось. Больше 1,20 м. Когда здесь был, получилось, что у него? Четыре кущи огромные. Ну вот сейчас там 17 метров сколько. Это прямо речпорт. Давай отсюда зачем? Я уже близко не подхожу, тут самый ответственный момент. Протаскивать трубу как будет. Я не слышу, как они разговаривают, поэтому не очень ко мне тут привязываются. Это на работе люди, не праздные какие-то. Работники, вот они, гляжу, они непрерывно работают. Вот 60 метров, это траншею надо было, сколько копать, закапывать. Тем более асфальт, они еще не ломали. Вот они привезли. Жили они. Люди такие попались. Ни слова не говорят, что там это. Наоборот, расспрашивают, чего, как. И мы друг друга сразу же приняли. Вот это техника, я понимаю. Тут же дома будут. Да. Где дома будут? Внизу? Вот здесь, вот там еще две десятки или 12 этажных дома. Вот тут. Так неужели так? За забором. Они и тянут туда, наверное, все эти коммуникации. Ну да. Это сосед рядом живет. Подошел, поздоровался, рассказал. И вот растет петь. Я подошел, спросил, спилить на дрова. Он говорит, ну на нем еще ветки растут, пускай растут. А нехай. Алешкин монастырек стоит, как в братьях Карамазовых. Это сосед мой. Почти что рядом. Какой с тобой не возит?
тоже там десятки. На связи. Техника. Вот сейчас сказали здесь. Берег отодвигают, расширяют, и тут много еще домов будет стоять. Вот интересно. Теперь натаскивать. У нее там какая-то головашка, чтобы вода туда не попала. Я снимаю рядом, тут мельтешусь у них под ногами. Самый момент. То есть они прошли под низом на глубине 2 метра. Все это рассчитано, и поверх ушел с прибором, и этот прибор вот так не получилось. Ему бы пару видок хотя бы снять, да? На крюк надел кольцо, этого достаточно. Нашли себя люди, вот трудятся, не убегают в Америку, не в Израиль, а работают в своей стране. Надо полагать, неплохо зарабатывают, делают нужное дело. Здесь новый район, наверное, еще будет. В
Конечно, они знают, что делать. Конечно, когда первые люди делали это вот так, видишь, он там. Я не подхожу ближе. Хотя они еще не говорят и не злоупотребляю. Он ее не согнешь. Они его вдвоем гнут. Я замерил глубину, посмотрел на метр, на длину этого, что тут до поворота они сделали, как раз им это надо. Потому что это поворот, угол. Пытается развернуть, но как? Еще один на помощь сошел. Может, сейчас у них и получится. Трудно. Помоги, Господи. Тут молитва нужна. Вот сейчас она задевает край. И может это упасть камень тут и придавить. Земля там внизу вот уже, видишь, как туда зашла. Песок, а здесь как крышка образовалась. Тут песок. Здесь не надо далеко. Приходит еще, проволочку приносит. Я стою на расстоянии метров 10 от них. Полицейская, полицейская. Трудно было поверить, что полиция будет называться. Полицай, полиция всегда было связано что-то с предательством. Зарубежье. Но вдруг все переменили. А почему? Ясное дело, что вот эта самая глобализация даже здесь отражается. Под общее. И когда здесь будут жить другие люди, ничего менять не надо. Чем меньше останется вот таких разногласий, тем легче будет объединять. Так думаю. Теперь у меня внизу какая-то. Вот он как. Зубья внизу, а там, видимо, с поршником. Там пошел человек, что-то разматывает веревочки. То ли мерить надо. Непонятно что. Порох. Это самое не пропустить момент. Когда копают, тут еще можно где-то встретить, но вот такое. Вот этот мужчина меня надел, этот бушевок.
говорят, вот это сейчас они говорили, вот это речной порт, и там, видать, даже вода. Вода. Там вон машины, это дальше протоки находятся. Там раз, два, три, четыре, пять. Толя рыбачит, приезжает, шесть машин. И там, видать, дальше водичка. Это вода. Рукав, вот это тупиковая дальше. А дальше за этим вот уже это, мост, видать, через Обь. Обь рядом, прям совсем рядом. И вот говорят, здесь они расширяют сейчас. Насыпают берег. И будут здесь строить дома. Вот из чего не ожидал. А сколько плит завезено. Я думал, зачем же плиты? Куда они их перевозить будут? Оказывается, строить дома, говорит, целая улица. Очень даже интересно. Кто-то же это дал такую идею, такой низинки. Тут мы намного выше их находимся. Я через дорогу перехожу. Что они тут сделали, я посмотрю. Вот она где. Что у них тут? А это вот она в стороне. Как бы. Тут нож бросил. Вот он держит нож. Теперь надо... Это какая-то тоненькая... Нитка натянута, как веревочка, ну обыкновенная. Что они будут делать? Развернуть, туда надо тянуть теперь. Потому что тянуть сюда, это я точно уже понял. И соединить с этим вот, видимо, нам несколько шире этой, и головашку, чтобы остальное не застревало. Она как по маслу у них пройдет. Ну теперь как ее развернуть? Развернуть это самое правильное, конечно, когда по прямой, не на повороте. На повороте очень трудно вытянуть. Сил не хватает. Видишь, обрушивается здесь. Здесь дерево может пасть даже. Корни все оборвал, техника. Как облегчить жизнь человека? Больше времени для Слова Божия осталось? Да нет, конечно. Телевизор, компьютер. Куда устремились? Интернет. Пока они тут что делают, тут еще нету. Я пойду еще посмотрю, как они там расширяют пирс, землю. Вот убирают. Вот она где, отсюда даже видать. Вон там. Водичка. Видать. Сейчас, может быть, пройду туда. Я уже был один раз там. Еще пройду. Ну, вот это наши соседи здесь. Железная решетка большая. Тут то ли кран разобранный лежит, я так и не понял, что это такое. Но ограда вот эта заканчивается прям рядом. Как говорят, грех не посмотреть. И идет вниз. Я считал в прошлый раз, сколько это ступеней тут. 30, наверное. Вот это все соседи наши. А моя голубятня, видать. Голубей не видно, но... Вот они, видно, раструбаются из паранита. А вон голубок, кажется, сидит. Это рядом совсем. Ну и сразу поворачиваю идти вниз. Вот оно что. О, какие волны идут. И говорят, что здесь хотят они дома строить.
вообще, ни сроду бы не подумал. Даже все насыпное. Как это так они научились делать-то? Вот она где. Ну, видно через эти ветви, это вода. И она вон рядом, прямо в тупик, заходит, перед теми домами заканчивается. Это совсем рядом тут. Полкилометра, может, есть, нет. Господи, Господи, помоги, чтобы их не залило. Тут вода поднимется, этот высоко может подняться. Наверное, расчеты какие-то делают. Что же они будут так, без расчетов? О, в прошлый раз я видел здесь, они расширяют. Тут вниз спускаться мне трудно. А потом подниматься там, надо около стенки. И за стенкой тогда показать. Но это ничего не даст уже. Там видно, он кое-где вода проблескивает. Ну, вон отсюда, даже через ветки, видно. Ну, тут солнце, ничего не видно. Мост, машины бегут. А тут даже калитка туда есть. Я в прошлый раз не видал ее. Вот дерево, и тут калитка железная, свернутая. Можно открыть ее, туда попасть. Попасть можно, а как вылезти, зачем туда попадать? Я так просто говорю, для ознакомления. Это мы в Барнауле, улица промышленная. По-моему, так называется. Сейчас я посмотрю еще разок, чтобы безошибочно сказать. Вот далеко и приближается. Еще сдам в офис. То есть настроили много и, пожалуйста, сдадут рядом с Обью. Красивое место. Человек строил, имеет право. Так, теперь там посмотреть надо, вернуться назад. Вот он наш уже называют трактор. Не трактор, бульдозер. Маленький. Везде люди. Здесь тишина. Тут и горный какой-то дом, что ли, не знаю, что там говорят. По столбам голая баба лазит по ночам. Может, у них не так вульгарно, как в других местах, но машин много. И будто бы он хотел захватить тут нашу территорию один. Хозяин, с ним разговаривали. Прямо ходили уже наши тут. Мы подали заявку в город узнать, в чем дело. Говорит, нет, ничего не намеряется. Я возвращаюсь осенью, а его нет, он умер. И все прекратилось. Нам еще не надо делать, не воевать, только молиться. О-о-о. Что-то мужчины будут делать, понятно. Мне уже не дождаться здесь, у меня рука застыла. Вот отсюда видно, какие кущи навалены. О, мужик на велосипеде тут это. Это не, горючего не надо, ничего. Молодец. Добрый день. Он удивился, что первый раз меня видит и поздоровался. Тут так не принято это. С соседями-то не всегда здороваются. А вот это что тут такое? Кабель или что за в трубу загнатое? И, видимо, что он его задел, но не порвал. Важно это. Ладно, пойду дальше.
Что у них там?